Лифт старый, это техника, которая требует, чем больше лет, требует ну просто больше внимания. Внимание требует и состояние подъезда, фасад дома и детская площадка. Больше года местные жители ведут переговоры со своей управляющей компанией. Мол, все рушится, а она ничего не делает. За 7 лет, вот сколько управляет компания, ни в одном подъезде ремонта по сути не делалось. То есть вот общаясь с жильцами, то есть конкретно говорят, ни в одном подъезде никакого ремонта не делалось. Но у коммунальщиков своя правда. Руководитель управляющей компании разложила нам траты. Тариф на этом доме 8 рублей с квадратного метра. За месяц набирается 64 тысячи. Этих денег, говорит руководитель, не хватает для должного содержания 4 подъездов 9-этажного дома. Собираемой суммы хватит разве что на покраску стен. Сейчас ремонт подъезда стоит 140-150 тысяч рублей в зависимости от состояния подъезда и желания поменять почтовые ящики. Ну, вот такая средняя цена у нас на рынке Барнаула, если работать хорошими материалами, делать, соответственно, хорошее качество. В управляющей компании подчеркивают, качественный ремонт возможен, но в нем тогда должны быть заинтересованы и сами жители и собрать куда большую сумму для ремонта своего же дома. Ну а пока жильцы от такого варианта отказались. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин, Дмитрий Денисов. День с толком.